Добрый день! Представляем вашему вниманию послеоперационный бандаж марки «Польза» модель 1706. Эта универсальная модель подойдет для мужчин и женщин. Бандаж предназначен для ускорения заживления после операции на брюшной полости, после пластических операций и липосакций. Также его используют для реабилитации в период после кесарева сечения и в раннем послеродовом периоде, для лечения вправимых грыж белой линии живота и пупочных грыж. Бандаж уменьшает болевые ощущения, облегчает двигательный режим и способствует быстрейшему образованию послеоперационного шва. Изделие выполнено из плотного, эластичного, воздухопроницаемого хлопкового полотна, которое хорошо впитывает влагу и не вызывает аллергических реакций. Передняя панель изготовлена из мягкого, нерастяжимого материала. Она не травмирует область послеоперационной раны и способствует быстрому заживлению. Высота бандажа 30 см. Двухпанельная застежка облегчает надевание и обеспечивает анатомическое прилегание бандажа к телу. Благодаря такой конструкции бандаж подходит для людей с любой комплекцией тела. Съемные, упругие два ребра жесткости на задней стенке препятствуют образованию складок и сохраняют форму изделия. Бандаж выпускается в бежевом цвете в 6 размерах. Размер определяется обхватом талии. При попадании величины обхвата талии на границу размеров следует выбрать меньший. Надевать изделие можно непосредственно на тело или на хлопковое белье. Использование послеоперационного бандажа «Польза» сокращает время восстановления после операций и способствует скорейшему возвращению к привычному образу жизни. Желаем здоровья!